Югорский дзюдоист Дмитрий Довгань выиграл золото на Кубке Европы. Накануне в Оренбурге завершился престижный турнир, в котором приняло участие 300 спортсменов из 24 стран Европы, СНГ, а также из Японии, Монголии и Марокко. Дмитрий Довгань выступал в весовой категории 100 килограммов. В финальном поединке югорчанин вышел на ковер со своим соотечественником Виталием Плешаковым и оказался сильнее.